Давайте начинать, Володя. Хорошо. Я объявляю следующую, вторую нашу участницу сегодняшней программы. Это, ой, тут столько всего написано. Варя Ивлева, учтите, ей всего 7 лет. Она приехала специально сегодня из города Шуй. У нас вообще много будет сегодня участников из разных городов. Город Шуй. Она победитель всероссийских конкурсов декламации, участница благотворительных концертов, танцор и вокалист. Варвара, прошу на сцену. Не работает. Вот, теперь работает. Ну, ты нам что-то сегодня приготовила, наверное, да? Какой-то номер. Какой-то номер ты нам приготовила для зрителей? Ты не скажешь об этом? Нет, я это скажу другому ведущему. А мне что делать? Мне что, значит, тебе не понадобилось? Нет. Ненадолго. Уйди ненадолго, да? Хорошо. Здравствуйте, дедушка Володя. Добрый день. У вас есть одна шуточная песенка, которая мне очень нравится. Мне это особенно приятно. Уж вы-то точно знаете, что я вам приготовила. Расскажите, пожалуйста, зрителям об этой песенке. Песенка о переселении душ. Обычно на выступлениях своих я рассказываю о том, что вот вы знаете, вот индусы считают, что мы ведь с вами не умираем после смерти, а что душа наша переселяется в животных, в предметы, в растения, в насекомых, там, в камни, кому повезет, в людей, кому очень повезет, в хороших. Вот. И, в общем, кто куда сможет, тот туда и переселяется, кто чувствует, вернее. И такая шуточная песня, песенка о переселении душ. Благодарю. Только я буду не петь, а читать. Ну, хорошо. Кто верит в Магомета? Кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Стремилась ввысь душа твоя, родишься вновь с мечтой. Но если жил ты как свинья, останешься свиньёю. Пусть косо смотрит на тебя, привыкни к угоризне. Досадно, что ж родишься вновь на колкости гораст. А если видел смерть врага еще при этой жизни, в другой тебе дарован будет верный зоркий глаз. Живи себе нормальненько, есть повод веселиться. Ведь может быть в начальника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом. А после из прораба до министра дорастешь. Но если туп как дерево, родишься баобабом. И будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь. Досадно попугаем жить, гадюкой с длинным веком. Не лучше ли при жизни быть приличным человеком? Какие ситуации! Простор воображению! Был гордым и почтенным, а родился дураком. Но если мало радует такое положение, скажи еще спасибо, что не сделался скотом. Уж лучше сразу в дело, чем копить свои обиды. Ведь если будешь мелочен, докатишься до гниды. Так кто есть кто, так кто был кем, мы никогда не знаем. Кто был никем, тот станет всем. Задумайся о том. Ведь, может, тот облезлый кот был раньше негодяем. А этот милый человек был раньше добрым псом. Я от восторга прыгаю, я обхожу искусы.